Героем Кубка мира в Сочи стал Семен Павличенко. Только за воскресный день он выиграл 3 золота в личной гонке, эстафете и спринте. Спортсмена горячо поддерживали на трибунах жена, 2 сына и сотни болельщиков. 27-летний саночник возглавил общий зачет Кубка мира. Я поеду там 16-17 вираж, вот в конце, там стоят люди и кричат. И, знаете, это прям кайф. Прям я слышал, как они орут, и прям как будто у меня педаль газа есть в санях. Я такой нажал на нее и ускорился. Перед соревнованием я ставил свою личную цель в 51 секунду выйти единственным. Быть сегодня единственным, кто выйдет 51 секунду. И у меня это получилось. Я сделал хороший отрыв. Получил офигенный результат. Еще одна звезда соревнований – Виктория Демченко. Сезон для нее складывался тяжело, были серьезные травмы, но в итоге 2 золота в спринте и эстафете и серебро в классической гонке. В целом россияне завоевали в Сочи 6 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые награды. Главные соперники нашей сборной на международных турнирах – немцы – увезли домой только 1 медаль высшей пробы. Заключительный этап Кубка мира в России – это, по сути, тестовые соревнования в преддверии чемпионата мира 2020 года, который пройдет здесь же, на сочинской санно-бобслейной трассе.